Направление «Мастер по ремонту и обслуживанию систем жилищно-коммунального хозяйства» попало в список топ-50 общественного движения WorldSkills. Поэтому теперь, чтобы подтвердить свою квалификацию, студенты, кроме теории, будут сдавать и практику, причем по международным стандартам. Не будет, скажем так, выполняться письменная работа, да, квалификационная, как это обычно было в традиционной форме. Каждый студент будет иметь возможность продемонстрировать свои навыки по стандартам WorldSkills. В декабре 2019 были утверждены оценочные средства по этой компетенции. В Когалымском политехническом колледже сразу же начались работы по дооснащению материальной базы и аккредитации специалистов, принимающих экзамен. Сейчас возводятся модули, на которых и продемонстрируют свое мастерство будущие сантехники. По требованию этих международных стандартов наши ребята должны, придя на производство, мы не должны их, как большей частью сейчас делается на производстве, учить, показывать, закреплять. Любой из них, из моих мальчишек, сумеет прийти и начать уже непосредственно работать. Будущий мастер ЖКХ должен уметь самостоятельно поставить душевую кабину, установить застенный модуль, плюс еще множество нюансов. В любом, не только на постсоветском пространстве, в любое место, куда бы он ни поехал, если вдруг судьба закинет, так сказать, он имеет право полное с этими документами международного образца устроиться на работу уже непосредственно по этой специальности. Уже у человека будет, так сказать, заработанный кусок хлеба. 25 студентов политеха, а сдавать им этот экзамен предстоит впервые, под руководством наставников оборудуют 5 рабочих мест. На них они и покажут, чему обучились, все строго в соответствии с регламентом. Здесь четко прописано, что должен уметь студент, что должен сделать, какое количество баллов ему назначается за данный период, за данную работу. И, безусловно, в отведенный период под камерой, скажем так, идет видеотрансляция, чтобы было понимание, что никто ему не помогает, то есть сдается вот дипломная работа. Компетенция трудоемкая, дорогостоящая и сложная. К процессу подключены специалисты ЖКХ города, которые будут принимать государственную итоговую аттестацию. Экзамен назначен на июнь. Сергей Ефимцев, Николай Гаркуша. Специально для новостей.